Ну, резьба просто убитая. Это ж моя втулка-то. Ну, накручивай ее. Так все. Все дальше не идет? Слушай, я бы это делал хлыстом лучше. А у меня нету. Ну и накручивай, что будет-то. Так я и хочу, может, сначала весь вел соберем. Ну есть момент. Ровно. Больно? Да, ровно прям зашло. Ну что, пацаны, узнали старого бойца, в чьих руках он только не был. И вот новый хозяин. Встречайте. Тут Никитос уже ее качественно покрасил. И нафигачил на нее вот такие чумовые деколи. Жаль, конечно, что они черные, белые были бы просто чума, чтобы было видно за километр, кто на дороге движется. Да нет, я по чашке. Я заебусь это все по новой смазывать, но хорошо хоть это обнаружилось. Сейчас смазываю. Короче, первая проблема оказалось то, что подшипники разной высоты, ты прикинь. Начали ставить вилку, сверху щелина огромная, снизу все окей. Поставили вилку задом вперед. И оказалось то, что подшипники разные, блин. Что один хуй зазор какой-то ебенячий. Ну а поставь сверху. Во, все. Блять, туговато. Это втулка моя бывшая, на которой я проехал не знаю сколько километров, который служил мне верой и правдой. Все, гонка на колесах, Никитос сказал. Велик, у велика вид спортивный. У меня, как говорится, от тебя. Система Строна родная, парни. Хоть что-то от этого велика родное есть. Но звезда, к сожалению, все. Гикнула. Отъехал, не знаю сколько. Я, кстати, твоя звезда есть, которая на бирбайке была. Гнутая. Можно ее поставить? Не, не надо, я так не думаю. Я на этой системе тоже много отгонял. До Воронежа доехал, между прочим. Ну куда так жирно, блин, хватит. Давай, давай еще газку. Энергия. А ну-ка, ботаник, выпей немного энергии. Притирочная паста для семейства ВАЗ. Для Вова Дидас. Мы, братва, руль в четыре руки ставим. Где ты такое видел? Самое главное. Вот она. Ну, парни, отдохните хоть денек от этих велосипедов за 200 тысяч. Вот настоящая панкота. В гараже на коленке. А, это такая же КВС. И где замочек? Нету здесь замка. Вот замок. Вот это ставим. Не надо, дай сюда. Все. Не надо. Вот. Что? Все под контролем, Сашок. Я 100 раз так сделал. Все, со старичком защелкиваем цепь. И, в общем, у нас нету хлыста. Сейчас будем ногами это закручивать с помощью педалей и цепи. Гнать этот алюминиевый кок Ardently по слизанной резьбе моих велобоксов. Дети, такое не повторяйте. Больно это смотреть. Согласен. Сколько ты денег отдал за него? Встал, 15 тысяч. 15 тысяч, парни. Нет, это не все. 15 тысяч, короче, раму, вилсет, считай. Ну, сейчас скажу вам. 37 тысяч весь комплект. 37 тысяч, пацаны. Вместе с покраской. Да, вместе с покраской. Вот с этими чудесными деколями. Fuck, wanna squeeze?
My disease make MCs freeze. You're waking up the coast west of your dreams. It's all about the judging, analyzing, my sizing, your sizing. Realize a fist fight will be asinine. You just pop wines, I must pop nines. Genuine steel piece, nozzling your grill piece. You shook up, two bricks, every cook up. We can hook up, all I see is the future. Disrespect, I shoot you. By the way, them bricks get flipped weekly. Sold by soldiers that mix weed with the league league. Die for a dollar, nigga, life ain't sweet. Play for keeps, wet shirts with experts on the creep. В общем, мы собрали велосипед и подумали, то, что этот вынос слишком короткий и подрост, слишком стритовый. Поехали к Лёхе. И Лёха вынесет нам померить вот этот вынос, который вы точно видели. Ты что ты? Что-то не работает. В видео я снимал про него. Сейчас мы его поставим. Я думаю, будет намного симпатичнее, чем вот этот МТБшный. Тяжеленный вынос. Ну вот сразу как заиграл. Посмотри, уберу. Вот, другое дело. Да, сразу глянь, какой стал уличный. Очень даже, да. В общем, будем считать, что трон опять воскрешен. Непонятно уже в какой, наверное, в шестой или седьмой генерации. Выглядит теперь вот так. Я считаю, получилось прилично и красиво. В общем, все, друзья, до новых встреч. Good night, поедем сейчас спать. Все, пока.